Покажу, опять у меня обновление в моих вязалочках. Честно говоря, сейчас очень много вяжу мишек. То есть, вот, в принципе, я раньше, ну, к мишкам относилась так вот достаточно холодно. То есть, вот, первый мой мишка, это мне подарил его муж. Так у меня медведей не было, я к ним не испытывала никаких там восторгов, там, любви. А вот у меня такой медведь, это Тедди, да, мишка. Вот, сейчас я стала вот вязать мишек, у меня их достаточно много. Вот такой вот медовый мишка по описанию Марины Борисовой. Я его сделала девочкой, вот я ему связала. Такой вот комбез, цветочек. Так, далее. Вот эти мишки у меня еще недооформлены никак. Это вот похож на Винни-Пуха, мне кажется. Такой маленький. Можно использовать как вот игрушка для кукляшек. Зайка. Тоже такой маленький-маленький. Вот. Ну, также для декорирования какого-то. Или вот. В принципе, симпатично смотрится. Потом вот это вот мишка горошенька по описанию Светланы Комаровой. Вот. Я ей связала такую кофточку. У нее такая пуговка, пяточки. Очень такая симпатичная. Так, это будет ежик. Пока у него нету шубки, вот он такой лысый ежик. Сынок сказал, что это мышка. И вот такие два малютки-мишутки. Вот этот вот у меня уже оформлен, тоже это Тедди, медвежоночек. Лапки поворотные, головка тоже. Хвостичек такой. А вот этот мишка у меня еще, вот он, этот связан из травки. Камтекс. Травка Камтекс, а это травка Камтекс Стретч, то есть вот можно сравнить, выкройка одна, ну схемка одна и та же, но вот это вот толще пряжи, поэтому сам медвежонок, вот он вышел побольше. Это будет медвежонок клоун. То есть носик вот у него такой красненький уже есть, бычок, колпачок и жабо на шейке, то есть такой вот веселенький будет медвежоночек. Вот, и я, наверное, вот все, буду вязать вот таких вот медвежат и вот таких вот. Не люблю почему-то очень таких маленьких вот. Не знаю, нравится мне. И вот такая зая. Зая — это куколка Таноши из серии. Ротик я уж сама, это моя идея была. И ушки я тоже по своему уже там смотрению вязала. А у нее они есть разные жирафики, чего только нет. Я покупала описание олененка. Связала зайка. То есть ушки я сама придумала, рожки не вязала и сделала губки. И когда придут фоны, уже будет все достаточно более профессионально все выглядеть. Будут бирочки на медвежат, ну и на другие игрушки я уже разрабатываю дизайн, сама уже придумываю, как это будет выглядеть, думаю, будет намного симпатичнее. Ну, может быть, еще какие-то повязушки будут на куколок. Меня все спрашивают, знакомые, там, просто что-нибудь связать, беретку или там носочки или еще что-нибудь, но мне вот неинтересно вещи вязать, тем более их можно купить. И что я там буду, например, кофту там или свитер вязать, не знаю, несколько месяцев, или вот, а игрушку, ну, быстрее и интереснее. И сложнее вот связать ту же шапочку. Какую-нибудь шапочку, в принципе,